Сколько музыки на голову писано? Ранее судимы? Да. Сколько раз по каким статьям? Два раза, 161, 158, 3. Отбывали? Да. Освободились когда? 25 декабря, 14 декабря. Задержаны за что? 186, 1 статья. Расшифруйте. Фальшивомонетчество. Эпизода сколько? Один. Действовали каким образом? Купюры похожи на деньги, терминалы, планы на счет. Купюры где взяли? В Москве. В Москве нашли, купили, каким образом приобрели? Нет, приобрел, купил. Где купили? Неизвестного человека. Какую цену выбирали? 100 тысяч за 30 тысяч настоящих. И 100 тысяч фальшивых купюр за 30 тысяч настоящих? Да. Кроме Кирова, где-то еще размещали деньги таким образом в банкоматах? Нет. То есть конкретно расскажите, вы значит, через терминал деньги помещаете, так? Да, на Киви кошелек. Дальше? На Киви кошелек, все с Киви кошелька выводишь. Настоящими уже деньгами? Да. Сколько купюр поместили в терминал? 5. Достоинством? По 1000. Сколько у вас при себе было поддельных купюр? Банда 4 было. Еще раз сколько? 24-23. То есть планировали продолжить вояж в банковским терминалом? Если принято, не знаю, наверное, что. Ясно. Рассчитывали, что вас задержат, нет? Нет. Сейчас какие эмоции по поводу произошедшего испытывать? Два месяца назад освободился, какие эмоции молодые. И опять закрыли. Кировскими полицейскими при попытке сбыта фальшивых денежных купюр через платежный терминал в продовольственном магазине на улице Чапаева города Кирова был задержан 32-летний ранее судимый житель областного центра. При осмотре платежного терминала оперативниками и следователями были обнаружены 5 денежных купюр номиналом в 1000 рублей с признаками подделки. Кроме того, при себе у подозреваемого находились еще 22 фальшивки аналогичного достоинства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт поддельных денег». Задержанный гражданин заключен под стражу.
ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Кирову установили, что арестованный действовал не в одиночку. Группа, сбывавшая подделки на территории Кировской области, состояла из 5 человек. В настоящее время 4 из них задержаны. Еще один находится в федеральном розыске. В ходе следственных действий были установлены 16 терминалов приема платежей, через которые велся сбыт фальшивок. В общей сложности полицейскими изъято 155 поддельных денежных купюр номиналом в 1000 рублей. Продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.